Тесостат. Его же называют датчиком уровня воды для стиральных машин Whirlpool. Оригинальный номер 48 12 27 12 85 54. На датчике находятся два разъема. Один под обычные большие клеммы, а другой под микрофишку. Контактная группа, на которой вот большие клеммы, размыкается от питания на ТЭН, когда уровень воды в баке становится меньше необходимого. А на микрофишку подключается провод, который подает сигнал на плату управления. Данную запчасть лучше всего подбирать только по оригинальной документации, а не по внешнему виду, так как прессостаты могут быть визуально абсолютно одинаковыми, но при этом иметь разное количество контактных групп и разное давление, при которых данные контактные группы срабатывают, как на замыкании, так и на размыкании. Поэтому, имея два абсолютно визуально одинаковых прессостата, они могут полностью между собой отличаться. Для того, чтобы вы могли убедиться в том, что этот прессостат подходит к вашей машине, у нас на сайте в подробном описании этого прессостата есть список моделей, на которые подходит данный прессостат. Если у вас есть сомнения или вы не нашли в этом списке модель вашей машины, можете оставить запрос у нас на сайте, и мы согласно документации проверим, какой точно прессостат вам необходимый. Прессостат оригинальный, поставляется компанией Whirlpool. Данное видео было снято для сайта masterplus.com.ua.